В округе обсуждается новый порядок обращения с бездомными животными. На данный момент администрации в городах отвечают за отлов бродячих животных через заключение контрактов и делят с приютами ответственность за дальнейшее их содержание. Сейчас мы передаем несколько собак в собственность муниципалитета. То есть животные должны будут за счет муниципалитета содержаться. А остальные? Ну, остальные потихоньку просто... Мы начали сейчас с агрессивных собак, начали их передавать. Дальше будем потихоньку передавать остальных. Новый проект подготовила региональная ветеринарная служба. Статья 33 предусматривает возможность умерщвления животных гуманными методами в случаях непереносимых физических страданий, нежизнеспособности и агрессивности собак. Пока же политика округа направлена на то, чтобы искать четвероногим дом, либо оставить их в приюте насовсем. Какие-то животные, которых мы самостоятельно приютили, мы будем уже, наверное, сами содержать. Потому что бывают такие животные, которые не согласны заявке, попадают к нам, кого-то машина сбила, вот, тут мы уже с ними сами. Вот, а есть такие, которые остаются после муниципальных контрактов, на содержание которых выпустить нельзя уже, вот, за них по закону должны нам оплачивать. Данный проект об эвтаназии животных проходит этап публичных слушаний.